продают двухкомнатную квартиру 73 квадратных метра в Оренбурге по улице Липовой, 1. Кухня 17 квадратных метров. Цена 3 300 000 рублей. Телефон 21 53 33. Продается двухкомнатная квартира 70 квадратных метров, частично меблированная в Оренбурге по улице Герцена, 47. Звонить 22 73 07. Срочно продается полностью меблированная трехкомнатная квартира 75 квадратных метров по улице Пушкинской, центр. Обращаться по телефону 8 912 846 38 07. Продают двухкомнатную квартиру по улице Волгоградской, 14. Звонить 27 19 15. Купят землю промышленного назначения 2 гектара с большим отпуском газа. Предложения ждут по телефону 8 987 343 25 12. Сдаются торговые площади на центральном рынке. Телефоны 77 69 58 или 27 35 93. Продается однокомнатная квартира по улице Юных Ленинцев, 12. Телефон 60 13 25. Аренда офисных, складских помещений. Обращаться по телефону 38 18 09. Оформление самовольных строений и домов, купленных по частному договору, земельных участков, в том числе район Соболева гора, поселок Подмаячный и другие. Обращаться по телефону 55 08 92. Набираются автобусы ПАС на маршрут номер 45. Звонить по телефону 90 75 56. Услуги экскаватора-погрузчика, ямабура, самосвала, автовышки, крана-манипулятора 5 тонн, трала низкорамного. Звонить по телефону 45 64 67. Ремонт стиральных машин, запчасти, телефон 60 60 80. Учебный центр «Щит» проводит обучение безопасному обращению с оружием: травматическое, охотничье, пневматическое. Обращаться по адресу в Оренбурге, улица Донецкая, 131, телефоны 68 82 82 25 75 78. Во всех магазинах «Славянка» с 4 по 8 марта 2017 года скидка 20% на товары для женщин и девочек. Ансамбль «Жемчужина» награжден Минкультуры Российской Федерации за победу на всероссийском конкурсе «Черный котенок», город Рязань. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 26 42 91. Внимание! Инженер пожарной безопасности ищет работу. Стаж работы в ГПН 23 года. Предложение ждет по телефону 26 51 08. В поселок 9 января требуется лицензированный частный охранник. Телефоны 973 975 или 8 922 886 19 86. Требуется главный зоотехник. Звонить 8 987 847 0226. Требуется парикмахер, телефон 20 06 98. В кафе требуется повар. Обращаться по телефону 27 23 29. В ЗАО «Уралнефтегазпром» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Стаж работы в нефтяной и газовой промышленности от 3 лет. Допуск 1000 вольт и выше. Обслуживание трансформаторных подстанций. Вахтовый метод работы. Обращаться по телефону 30 11 08.
требуются машинист экскаватора, машинист автогрейдера, сварщики. Звонить 8 987 345 25 12. На улицу Кавказскую, 2, требуется уборщица. Звонить по телефону 30 20 10. Требуются закройщицы. Телефон 51 35 69. В ТК «Сокол» требуется уборщица. Телефон 30 20 10. Требуется старшая смена в прачечную. График работы 2 через 2. Телефон 30 20 10. Требуется пекарь и повар европейской кухни. Телефон 21 34 74. В парикмахерскую требуются мастера. Звонить 233 680. Предприятию общественного питания требуется электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, технолог общественного питания, повар-бригадир, повара, посудницы, уборщицы. Соцпакет. Телефон 32 83 46. Требуются электромонтажники и электромонтеры. Звонить 8 905 895 14 52. Срочно требуются фармацевты. Телефон 388 876. На улицу Володарского, 16, требуется уборщица. Телефон 30 20 10. В швейный цех, промышленный район, завод РТИ, требуется закройщик-универсал с опытом работы от 5 лет. Зарплата сдельная, оформление по Трудовому кодексу, режим работы с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 26 28 67. Требуется начальник учебно-методического отдела, специалист по разработке электронных образовательных ресурсов, а также документовед. Звонить по телефонам 30 60 54 94 93 03. Требуется кассир, повар японской кухни. Телефон 29 80 10. Требуется водитель на ПАС, маршрут номер 38, телефон 223-999. В Оренбургстат требуется специалист по охране труда, высшее профессионально-техническое образование, дополнительное профобразование или переподготовка в области охраны труда. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Соцпакет. Обращаться по адресу Туркестанская, 15, кабинет 516. Телефон 31 25 75. Требуется главный бухгалтер. Знание 1С. Общая система налогообложения. Телефон 24 30 54. Кадровик. Можно без опыта работы. 18 тысяч рублей. Телефон 59 49 40. Официальная офисная работа. 26 тысяч рублей. Телефон 26 69 54. Сотрудники в офис. Звонить 69 54 01. Секретарь-администратор. Звонить 23 29 20. Педагог в офис – 25 тысяч рублей. Документовед – 20 тысяч рублей. Телефон 61 40 34. Завхоз – 37 тысяч рублей. Администратор – 24 тысячи рублей. Телефон 46 68 97. Администратор – 22 тысячи рублей. Снабженец – 35 тысяч рублей. Помощник руководителя – 45 тысяч рублей. Телефон 42 34 18. Кадровая документация – 25 тысяч рублей. Звонить 60 44 71. Сотрудник на документооборот. Телефон 26 35 65. Специалист по работе с клиентами – 25 тысяч рублей. Телефон 94 55 44. Снабженец – 33 тысячи рублей. Медработник – 26 тысяч рублей. Телефон 23 83 25.